Ну, кто там пришел, кто к маме пришел? Давай. Это не страшно на тряпочку зарезать, Жорик. Ну давай иди, Жорик. Эти весы не вовремя, скажи, отключаются, да? Напугали ребенка, напугали. Напугали моего сладкого, да. Давай скорее, давай. Давай. Жорик. Где мой золотой? Где мой сладкий? Где ребеныш мамин? Давай, давай. Иди скорее, иди, иди, иди. Укушать-то хочется, иди, иди. Жорик. Жорик. Иди скорее, хочется кушать ребенку, да. Давай, давай. Скорее беги к маме. Беги, беги, давай. Да, это не страшно, не страшно, Жорик. Нет, не страшно. Ну, ты же не можешь 10 грамм весить. Что за бред? Не может Жорик 10 грамм весить. Нет? Как так? Что это за весы такие? 10 грамм нам показывают. Так не бывает. В общем, я поняла, что все эти электронные весы полная ерунда. Дозерка. Да, не получается у нас взвесить Жорика. Нет. Нет. Скажи, я был 300 грамм сейчас, как так? Так не бывает. Нет, так не бывает. В общем, мы не взвесились. И я не знаю, какими весами взвешивать. Мы сидим полностью на весах. Дзеркин. Где моя котёна? Где моя котёна? Давай, кушай. Очень странные весы. В общем, мы не поняли, сколько Жорик у нас весит. Скажи, сколько вешу, столько и вешу. Может, конечно, он показывает 109 грамм, но маловероятно. Кто что думает по этому поводу? Жорик, может, ты на серединку подойдешь? Жорик. Жорик. Думай, сладкий. Скажи, ничего я не толстый, я худенький. Судя по этим весам, скажи, я вообще худышка. Красавчик мой, красавчик мой.